Конкурс «Лидеры России» — это возможность пройти комплексную оценку профессиональных компетенций, получить индивидуальный план развития, познакомиться с руководителями крупных компаний и вступить в сообщество лучших управленцев страны. Готовятся ульяновцы к конкурсу основательно. Не только повторяют материалы, но и консультируются с победителями прошлых лет. Многие уже участвовали в конкурсах ранее, добились отличных результатов. Например, Николай Челихин стал финалистом конкурсов двух последних годов. Финал, на самом деле, это такой мощнейший интенсив. Целый день ты решаешь какие-то управленческие кейсы, где происходит оценка как HR-специалистов, психологов и отраслевых уже управленцев. Что хочу пожелать? Я, наверное, хочу пожелать, прежде всего, не бояться, пробовать. В числе главных призов – грант на обучение и возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а также карьерные консультации. Участников конкурса в этом году много, в том числе и новичков. Ну, для меня это первый опыт участия в таком конкурсе. Я узнал об этом конкурсе из интернета, прочитал условия участия в конкурсе, прочитал, о чем этот конкурс. Мне, в принципе, понравилось то, что там есть несколько направлений, которые позволяют развиваться по различным трекам. Я выбрал свой трек и поэтому решил по нему попробовать подать заявку. Среди участников есть и опытные. Они уже попытали удачи на региональном этапе в прошлые годы и сейчас вновь тщательно готовятся к лидерам России. Для того, чтобы победить в этом конкурсе, нужно не только знание, а, скажем, базовых школьных дисциплин, там, история отечества, русского языка, но и знание каких-то специальных дисциплин, смотря на какой трек ты идешь. Принять участие в конкурсе могут россияне и иностранные граждане до 55 лет с управленческим опытом от 2 лет. Для этого необходимо до 14 мая пройти регистрацию на официальном сайте лидерырассии.рф. Юлия Руднева, Даниил Сурков, Улправда ТВ.